В связи с неблагоприятной ситуацией, вызванной коронавирусом и закрытием границ, белорусские пенсионеры остались без привычного для них европейского отдыха. Из-за этой заразы в этом году остаемся без Италии. Ну ладно, в Милан на скидки не попадаем. Ну как мы теперь будем без хамона? Успокоить население решил заместитель председателя Ноябрьского района по финансам Константин Валерьевич Жоник. Ветераны труда зря разводят панику. В наших магазинах можно спокойно купить и хамон, и дурблю, и нормандские устрицы. Единственное, что хороший просекко тяжело найти. Быстро разбирают. Я как тракторист в вине разбираюсь. Вместо просекко к устрицам идеально подойдет охлажденный брут. И еще, лучшее лекарство от коронавируса – это трактор. Трактор всех вылечит. За ситуацией следили Маргарита Шаленая, Кирилл Стояков. Региональные новости.